Андрей Викторович. Добрый день, здравствуйте всем. Победители, присаживайтесь. Хайрликен и Самисес. Уважаемый Сергей Анатольевич, Владимир Геннадьевич, дорогие друзья, уважаемая команда. Прошел 34-й ралли-марафон Дакар. Очень приятно, что Дакар завершился. Начинался не совсем успешно для нас, завершился достойно. Все три позиции, значит, за нашей командой среди грузовиков, к сожалению, да, могло быть и... Ну, другого автомобиля в России нет, кроме КамАЗ, который может на мировом уровне соревноваться. Очень приятно, что та научная база, производственный потенциал нашего автомобильного завода КамАЗ позволяет решать те задачи, которые доказывают превосходство нашего российского автомобиля. И, конечно же, каждая победа – это вот огромный труд тех людей, которые в кабине, и тех людей, которые рядом с кабиной, и тех людей, которые вообще на производстве готовят автомобили, разрабатывают новые решения. Это огромный труд всего этого коллектива. Сергей Анатольевич, мы гордимся КамАЗом. Мне очень приятно, когда меня поздравляют там и большие руководители, и рядовые граждане, которые говорят, вот успех КамАЗа – это успех нашей страны. КамАЗ очередной раз доказал свою состоятельность. Это огромный рейтинг для будущих перспектив нашего автомобильного завода. И, конечно же, огромные слова, Владимир Геннадьевич, вам, вашей команде, которую вы представляете, молодое поколение, которое пришло вместе с опытными нашими старшими товарищами, они добиваются успеха. Семен Семенович, вам огромное спасибо. Вы всегда стояли у истоков, и сегодня Фирдаус должен быть где-то здесь, Фирдаус-то здесь, да? Каждый из нас гордится, что у нас в Татарстане, в городе Набережные, мэр вот здесь, все друг друга поздравляют. И вчера только вот был в Москве 3 дня там, я думаю, человек там 15-20, вот мы говорим, он говорит, и мы, говорит, вас поздравляем. Я думаю, так, а с чем? Он говорит, как? 3 первых места наш КамАЗ как бы заслужил. Это вот положительные эмоции, они и сегодня продолжаются. Ни один автомобиль, ни один пилот высокого класса, который тоже... Ну, вот когда есть тактика, когда есть команда, значит, можно решать большие задачи. Поэтому огромные слова вам благодарности, гордости за наш КамАЗ, за нашу команду, за наших пилотов. И с надеждой и дальше, что у нас будут такие же высокие позиции в автомобильном спорте. Поэтому мы вами гордимся, мы вас поддерживаем. И аплодисменты в ваш адрес. Указом президента Республики Татарстан за большой вклад в победу команды КамАЗ-Мастер в международном внедорожном ралли-марафоне «Дакар-2013» и развитие отечественного автомобилестроения награждены работники некоммерческого партнерства «КамАЗ-Автоспорт». Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан Мардеев Ильгизар Азатович, пилот, начальник производства. Наверное, многие могут спросить, но все еще почему он же, у нас есть те, которые и побыстрее поедут. Но ведь вот этого человека, если не поедет. Машина. Машина зависит вот от этих людей. Поэтому отдельные слова.
благодарности, поздравления, я его прекрасно знаю. И вот такие люди не формируют на Божью победу. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд. Мардеев Айрат Ильгизарович, пилот, водитель-испытатель. Молодые приятели. Мирный Антон Валерьевич, механик, слесарь по ремонту автомобилей. Без механики никуда. Не справил, если не блокировал, то там не включил, значит, все, застрял. Каргинов Андрей Олегович, пилот, водитель-испытатель. Герой, мы слышали все наши... Девяткин Игорь Викторович, механик, слесарь по ремонту автомобилей. Это механики, единицы, которые занимаются на дороге и механики. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» присвоено Чагину Владимиру Геннадьевичу, руководителю команды директору. У тебя много разных наград, но эта награда, она как бы по твоей новой специальности. Это уже признание тебя как... Не только как гонщик. В этом году, как никогда, было высоко чувство ответственности перед нами. После прошлого Дакара, когда нам не удалось выступить, как выступали раньше, быть на подиуме, наша основная задача была в течение года подготовить машины, поработать над их надежностью. В первую очередь двигатели, которые нас подвели, подготовить молодых пилотов. Мы очень много провели с ними тренировок. Я как экс-пилот команды ставил перед собой задачу. Весь опыт, который во мне накопился за 15 лет, который мне дала команда, передать его за этот год им. И мы все видели, как хорошо подготовились соперники технически. Были очень сильные, были сильные пилоты, и многие заявления ведущих команд были такие, что время КАМАЗа прошло, им еще нужно несколько лет, чтобы вернуть свои позиции, и было понятно, что они приехали уже бороться между собой. Начало гонки показало, что действительно они очень сильны, мы с трудом себя находили в первой десятке. Помните это, да, Рустам Галиевич? 7-е, 8-е, 12-е место. Конечно, но в нас была надежда, вера, и делали все, чтобы... Психотерапевты тоже хорошо сразу. Ребята выложились, выложился весь коллектив. Экипажи старались как никогда. И ребята, молодые пилоты, Андрей, Эдик, Айрат, ну, я скажу, сделали практически невозможное. Я помню трудные Дакары, но этот был особенно трудный. Никогда на финише гонки не было такой разницы во времени, в эти секунды, минутки. Да. У нас кто-то без колеса приехал. Вот. Да, все говорят об этом. Со сломанной ногой и без одного колеса. Да. Ребята буквально вцепились в позиции призовые, которые нам удалось занять за несколько дней до финиша. Ну и до последних метров трассы, до последних минут их не отдавали. Вы поймали
своих конкурентов на их ошибках. Если бы они не ошиблись, конечно, было бы сложно. Молодцы. Теряли время все, в том числе и наши. Но мы потеряли его меньше, поэтому вот этот успех мы привезли в нашу родную республику. Александр Андреевич, спасибо огромное вам за поддержку команды. Вы, как никто, изнутри знаете, как это дается. Неоднократно в этой роли были. Ваше понимание очень высокое нашей работы. Спасибо большое руководству завода КАМАЗ, нашему родного КАМАЗа, Сергею Анатольевичу, вам. Мы вместе готовим машины в течение года. И если не получается, вместе грустим. Если успех, то он наш общий. Сергей Анатольевич, я очень благодарен вам за то, чему вы меня научили за все годы в команде. Ваша стратегия победы, она себя всегда оправдывала. 10 побед нашего поколения тому пример. И сейчас моя задача вот это передать молодежи. Все для этого буду делать, чтобы ту высоту, которую нам удалось в этом году занять, сейчас же нужно ее будет удерживать. Это очень сложно. Нам в этом году предстоит готовить машины, готовиться еще больше пилотам, чтобы в следующем году достойно выступить на Дакаре 2014. В этом году нам удалось задать победный тон перед предстоящей универсиадой, так как Дакар всегда первое соревнование года, и вот успех нашим спортсменам как-то вот он передается, мы это чувствовали. Ну и будем делать все, чтобы татарстанский спорт был всегда на высоте. Спасибо, Руслан Андреевич. Благодарность президента Республики Татарстан объявлена Николаеву Эдуарду Валентиновичу, пилоту, водителю-испытателю. Савостину Сергею Геннадьевичу, штурману, начальнику конструкторско-технологического отдела. Рыбакову Владимиру Юрьевичу, механику, водителю-испытателю производственного цеха. Беляеву Айдару Раисовичу, штурману, заместителю директора по внешним связям. Макееву Андрею Викторовичу, штурману, водителю-испытателю производственного цеха. Мизюкаеву Вячеславу Викторовичу, штурману. Хисамиеву Алмазу Гадельзяновичу, механику, слесарю по ремонту автомобилей. Может быть, награды еще у нас будут, вот и федеральные. Дело не в этом. Дело отношение к вам, к вашей победе. Отношение к нашему КАМАЗу. Отношение вообще вот такой положительный. Столько положительных эмоций. Очень важно, вот год мы начинаем с победы. Вот, чтобы у нас были, она очень тяжелая, но это наша победа. Поэтому мы готовы к новым победам. Еще раз вам аплодисменты. Биг зур рахмат сизге. Исенлик, саулык. И всего-всего хорошего. Так, Игорь командует, что дальше? А, Сергей Анатольевич. Как это без Сергея Анатольевича? Уважаемый президент, наша команда. Ну, первое, что хочу сказать вам, огромное спасибо. Вы действительно совершили почти невозможное. Вот, ну, в то же время доставили массу удовольствия, волнения первых дней. Вы молодцы. Вот, я не знаю, что было в голове Фердауса, его идея, когда вот этот начальный костяк команды решил участвовать в Дакаре. Вот Семен Семенович, создав костяк команды, вел ее столько лет вперед, добившись такого количества побед. Это было, наверное, невероятно по сегодняшним меркам. Надо было
точно быть со слишком, наверное, большим воображением, чтобы ввязаться в эту авантюру, в такую гонку. И сегодня КАМАЗ много лет был законодательным мод в грузовиках на Дакаре. И бороться с нами хотели все. Я скажу простую историю, что после гонки, когда Франко Фузиани, наш общий знакомый, приехал, отвечающий теперь за бизнес, в том числе и века, в компании Fiat Industry, он зашел ко мне в кабинет в Москве, мне нужно с тобой поговорить. Он говорит, объясни, как это могло произойти. Ну, поскольку я уже могу сегодня считать себя в определенной степени человеком, который в ралли-рейдах разбирается, ну, по крайней мере, на уровне эксперта, я ответил ему очень просто. У вас отличные машины, у вас гонщики мирового класса, но у нас работает команда. Вот вы и показали себя настоящей командой, этот дух, когда все работают вместе, никто не работает сам на себя. Это помогло. Каждый в отдельности, каждый экипаж сделал свое дело. Если у кого-то что-то могло произойти, то обязательно был тот, кто подхватит. Так что огромное вам спасибо. Вы сдали экзамен, причем у Владимира Геннадьевича он был, наверное, самый главный экзамен в его жизни. Да. Вот. Я точно знаю, что в кабине наверняка сидеть легче. Огромное вам спасибо. У нас еще впереди очень будет непростой год подготовки к следующему Дакару, потому что наверняка все соперники сегодня начинают анализировать, что произошло, и будут готовиться еще в 10 раз больше. Удачи вам, спасибо, и за новые успехи, как говорится. Мы так вернулись домой и сделали для вас точно такой же бедуин, чтобы у вас это... Мы поставим? Был... У нас память есть... о нашей победе. У нас здесь есть камень в этом... А здесь есть? Здесь такой... Поставьте вот такой. Будет здесь. Сами, давайте общее фото. И вот еще, ребята, трое молодых пилотов, это экипажи, первые минуты после финиша. Здесь. Спасибо.